Выходи на барщину! Выходи на барщину! Почему на барщину не вышел? Воскресенье сегодня. Воскресенье? Ух ты, водырь! А панские шнивки? Закона нет. Воскресенье на панщину гнать. А ну, покажите ему закон. Хлеб же осыпается. Устим! Устим! Подавить. Еще накладывай, потянет. Добро убить, а зернышку заставлю собирать. Давай, Захлятина. Убью. Не бей. Оно ж дитё. На суд! Бежать не надо. Остап, сын мой, расти большой. Торопись, Устим.
берите, люди, на чужбину, горсточку земли родной, с могилок дедов и отцов ваших. Можно ехать. Без Божьего благословения? Пусть батюшка скажет слово людям, продолжит дорогу. Дешево я продал пану холопов. На господской половине никого нет? Пожалуйте, ваша милость. Алена! Православные христиане, помолимся Господу, что благословил вас на дальнюю дорогу и мирное житие на новых местах под милостивой рукой нового господина вашего и благодетеля Вреницы. Не поедем! Не поедем! Спаси нас, батюшка! Куда нас продали? Пану Вреницы, пану одной веры, одной крови с вами, не гневайте Бога, покоряйтесь. Молчать, собаки! Тронуйте! Вашего позволения за Украину на Херсонских степях. Еще вина. Пан мой. Где пан? Бунт! Холопы взбесились! Не хотят ехать. Еле ноги унес. Не хотят? Опалю! Не торопи! Ты кто такой? У меня на лбу паспорт. Печать царская. Смотри! Он Кармалюк. За дело, хлопцы! Давай за продажную на людей. Я отказываюсь. Я же сам украинец. Догадливый. Вынимай деньги, что наторговал за людей. Августин, скажи, Августин, людям, что паны от них отказываются. Нет уже ни купца, ни продавца. А деньги, на вот, раздай народу.
Бери, Андрей, обоих панов на одну осину. Молодчина. Как зовут? Халяна. Не узнаешь? А я сразу узнала. Будто в сердце ударило. Помнишь, амбар, зерно, эсу. Девочкой была, а запомнилась на всю жизнь. Лянка, девчурка. Здорово, люди добрые. Садись, Аляна. Десяток понтовщиков гоните к заседателю. На рассвете сам поеду в Литин сдавать их солдаты. Счастливой вам дороги! Благослови Боже! Прощения прошу, пан Хлопицкий. Я приезжал к вам в Маяток, но меня не допустили. Ваш управляющий забирает мой хутор. У пана Альшевского нет права на этот хуторок. Но я же имел договор с паном Дембицким. Единственный наследник покойного пана Дембицкого – я. Это разбой! В своих владениях мне ни к чему эти хуторки. Мелкопоместная шляхта всегда была дерзка и неблагонадежна. Вам придется поискать пристанище в другом месте. Я найду это пристанище. Но берегитесь, пан Хлопицкий. Семь лет не видал сына. Сиротой остался, когда Марину допросами замучили. Пожалуй, теперь и не узнал бы, доведись встретиться. Ого, он уже большой парень. Сегодня же ночью иду на Смелянщину за сыном.
Помоги мне, Родион, с Кормиляком повидаться. Ты ведь меня знаешь не первый год. Зачем тебе Кормилюк? Спасти людей от пыток. Заходи. Шляхтич Ольшевский хочет с тобой поговорить. Слыхала тебе, Загановый шляхтич. Видно, и тебя допекло вельможное панство, коль сюда прибежал. Не обо мне речь. Страшную расправу учинили паны воду Диковки. Сейчас узнал, что крестьян в Литин погнали. Кто эти паны? Хлопицкий и Апанасенко. Знаю, как поймать Хлопицкого. Помогу. Ладно. Ну и ты пойдешь с нами. Пойду. Приехали, ваша милость. Выходите. Его... Подсоби их, милости. Не убивай. Я денег дам. Я... Деньги? Сам возьму, когда надо. Сколько душ ты в Литин отправил на расправу? 10. Августин, помоги пану написать письмо к заседателю. Он их холопов продает. Я обманул, паныч. Куда теперь пойдешь? Панство мои враги. Мне теперь некуда деваться. Проведите, хлопцы, паныча в лес. Он у нас за гостя будет. Прошу. Написали, подписали и печать приложили. Уездному литинскому заседателю. Он их холопов. На вечное пользование продаю пану Грохольскому с Волыни. Поехали. Пан, отведите табор. Шляхтич Ольшевский. Мое нижайшее почтение вельможному пану. Чья карета? Графа Грохольченко. А знает ли пан Грохольский, кого ему покупает эконом? Холопов? Бунтовщиков. Они все кормоляковцы. Мы этого не боимся. Вероятно, вам ничего не известно о кормоляке. Малость известна. Я этого разбойника видел собственными глазами, как сейчас пана эконома. Неужто? Клянусь, это дьявол. Я словил его, но он удрал. Я словил его снова, но он снова удрал. Пусть бы он мне теперь попался. Не выпущу из рук. Помогай вам Бог. Холопов по приказу моего пана забираю с собой сейчас. Сейчас?
пан Грохольский передал на издержки. Выпустите холопов пана Хлопицкого. Принимай 10 голов. Вам надо расписаться в реестре. Коль вам удастся еще раз словить Кормилюка, даю от своего пана 10 000. Садись с той стороны, садись. Не бойся панской кареты, садись. Давай, давай, хлопцы, живей. Поехали! Кормилюк! Кормилюк! Да носили сапожки, да морожки. А что если примерить? А? Тесноватый будет. Только фасон неподходящий. Наши приехали! Наши приехали!
Пан Ольшевский, ради бога, что случилось? Кормилюк вернулся. Теперь пана повесят. Сейчас здесь нет никого. Счастливый случай. Спасите меня. Я верну пану хуторок. Я золочу пана. Поздно. Ты еще молод. Жизнь для тебя только начинается. Ты должен возвратиться к панству. К панству? Но пан советовал мне искать другое пристанище. Я нашел. Он уйдет. Вы, кажется, помирились, а? Я пленника сторожу. Пан пана сторожи. Ну, помогай Бог. Теперь Ярема покараулит, а нам с тобой поговорить надо. Пойдем. Сердишься? Какая нам польза от твоей смерти? Выкуп надо бы взять. Я дам выкуп. Помоги. Озолочу. А вольную выправишь? Вольную. На всю жизнь. Куда угодно, на все четыре стороны. Все сделаю. Спасибо. Идет кто-то, молчит. Не знаю, какой из тебя мне соратник. Ты же не мужик и пан не пан. Одна ли у нас дорога? Мне нет возврата. Нам надо бежать из этого проклятого края. В Бессарабию, куда-нибудь на вольные земли. Да будем день, хороший хутор. И будем жить, как князья. Ишь, о чем мечтает шляхта. А ты хочешь всю жизнь прожить в лесу? И тебе поныть знать, чего я хочу. Наша земля мужицкая тут. Пускай поны в Бессарабии бегут. Конечно, у каждого свое. Но нам с тобой по дороге. Я тебе не раз еще пригожусь. Ну, посмотрим. Князя Туманова Безгубка знаешь? Знаю. Погости у него. Разведай, как там охрана. Понимаешь? Делаю. Но Хлопицкий выдаст меня, если отпустишь его. Не бойся. Пана не отпущу, пока не вернешься. Здравствуй, батя. Здравствуй, батя Томас. Здорово, люди добрые. Здравствуй, отовсюду к нам приходят люди, атаман. Из Уманщины, из-под Черкас, из Гайворона. А ты, кажись, из Головчини. Помнишь, Иван, как пришлось мне свою хату бросать? Не пошел тогда со мной, а теперь и тебя допекло. Нет житья. Держи. Добывай житье. В Караченце к себе в хату ходила. Сколько лет пустовала хата. Возьми, напекла тебе на дорогу. И Остапу гостинчик. Он же без матери. Спасибо за себя и за сына. Провожу тебя немножко. Thank you.
скорее. Смотри, пан, обманешь, убью. Дам. Все дам. Только доведи до фольварка. Вами, пан. Куда его лучше штрихнуть пикой? Ну, конечно, в печенку. Иван, штрихни пана в печенку. Ой, ну как ты колешь? Это ж тебе пан, а не сок сена. Ты с лютью в сердце штрихай. Вот так. Вот я вам сейчас покажу живого пана, чтобы рассердить вас. Мастинку зарезали! Пан удрал! Максимку зарезали! Пан удрал! Максимку зарезали! Максимку зарезали! Максимку зарезали! Хлопской душе много не надо. Бочка меда, и мы восстановим их против Кармалюка. Поручим это дело Апанасенко. Альшевский. Предлагаю использовать этого шляхтича. А не лучше подождать войск? Панство должно само защищаться от разбойника. Наконец-то я слышу разумное слово. Довольно ждать. Скоро все холопы станут разбойничать. Из моих владений каждую ночь бегают в лес. Я уже сам не уверен в прочности моих дворцовых стен. А что, если Альшевский откажется? Этот шляхтич не из храбрых, а неожиданно всегда действует. Увидим. Я прошу защиты, ваша светлость. Я натерпелся много притеснений от польского дворянства. Если б я у вашей светлости мог найти приют хоть на неделю. Управляющий передал мне просьбу пана. Клянусь честью, пан найдет у меня хороший приют. Давно пан вернулся из лесу? Как поживает Кармалюк? Это недоразумение. Клевета. Я был пленником Кармалюка. Какая наглость! А кто предлагал меня повесить? Клевета. У вас нет доказательств. О, я вижу, пан философ.
Вот вам и доказательство. Я не понимаю. Ну, чего молчишь? Разве не слышишь? Шляхтич не понимает. Даем нам понять, ловчей прислужиться по нам. Добежал я до берега. Речка быстрая, широкая, и лед уже плывет. Слышу, гонится. Куда бежать? Сорвал с петель щита ворота и в речку. С берега начали стрелять. Вот-вот попадут. Попадут. Да разве вас батя пуля возьмет? Носила меня по воде, пока до того берега добрался. Вылез, а облава тут. Собрать бы у всех панов у моря, океана и утопить. Нет, Остап, даже вода не примет столько падали. Нет, глаз идет. Вон ты какой, слыхал, девки про тебя песни поют, вижу орел. Здорово, батька атаман. Спасибо, что пришел к нам на Смелянщину. Давно ждали. Парнем еще был, Ливщину помню. Подумать ходил, шляхту громить. Да не дал нам Господь победы. Благослови тебя, Господь, на правое дело. Степан, кто тебя прислал сюда? Андрей прислал. Беда, атаман. Максимку зарезали, пан удрал. Облавой собираются на лес. Завтра в Караченцах паны ставят бочку меду. На Святого Духа людей собирают. Собирают? Ладно. Поедем в Караченцы. Веры. Не стесняйтесь, мы за одной казацкой крови. Пейте. А когда ж, пан, мы казаковать будем? Не задерживай, не задерживай. Подходи, кто по-нашему понимает. Поймали? Вора! По шуланам лазил! Варюга! Ты, может, из Кремлюковской ватаги? Признавайся! Да отпираться не стану, раз поймали. Не виноват я. Меня Кармалюк красть посылал. Слышите, люди, своих селян Кармалюк грабит. Врет! Армалюк!
мы. Доколе будете терпеть этого душегуба? Всем селом надо пойти облавой в лес. Не беспокойся, пан, я тут. На, пей, народ тебя жалует, пей. Пей за свою панскую веру, за батаги, за панщину, за искалеченных людей. За проклятую крепостную долю! Пей! Тарас, подойди ближе. Гостинцы тебе привез. Ты говорил, Тарас, что валы у тебя пропали. Остап, веди сюда валов. Бери на хозяйство. Неплохие валы. На панских харчах выкормлены. Ну, скажи теперь, Ярема, когда тебя атаман Красть посылал? Да что бесчестить меня вздумал? Паны заставили. Тебя мало, душа продажная. А ты тут кто? Меня все знают. А ты к нам чего пристал? Не гони. Ты с панами, а Тимоха с нами. Кто с панами? Ты отпустил пана. Ты Максимку зарезал, я все знаю. Одурел. Смотрите ему на ночь. Панские сапоги. Где взял? А сапоги продался. Бей за проданца. Стой! Ты? Убей не я, а сапоги, что взял, то взял. Врежь! Ты этот нож потерял? Стой! Ярема, сын. Пустите его. Батя!
Идите с обеда. Долго ж ты, помещик, гостил у князя. Думал, что уже не вернешься. Мое слово железо. С чем пришел? Все устроил, чтобы на Хлопицкого напасть. Малое дело, помещик. Не вылетает орел мух ловить. Не за этим я тебя посылал. Хлопицкий готовит облаву. И сегодня-завтра придут войска. Войска? Моя стратегия проста. Сегодня ночью напасть на Хлопицкого. Поджечь. Соседи бросятся на помощь. Князь пришлет свою стражу. Тогда внезапно напасть на князя. Видишь ты какой. Ловко придумал. В фольварке Хлопицкого со стороны сада глубокий яр. В стене старая беседка. Вот ключ. Буду ждать тебя у стены. Возьми меня с собой. Уже не маленький. Возьми. Мал еще. А может взять? Пускай приучается панов бить. Возьму. Пока не дам знака, не двигаться с места. А ты оставь. Оставайся с хлопцами. Степана слушай. Слыхал приказ? Замучить его до смерти. Пан искупил свою вину перед панством. Пусть прошлое будет забыто. Чего? Значит, не управился. А может, что случилось? Месяц круглый-круглый. А бывает серпом. А почему оно-то? Непонятно. Наверное, что-нибудь случилось. Ой, Остап, не терзай ты меня! Верное слово, шел бы ты лучше домой.
ж атаман знака не подает. Папа! Знаком пан Окопчуа? Сын Кормилюка. Предатель! Похоронили отца. Лаписку мы разгромили, как погнали тебя на каторгу. Могилку дворовую показали. Степан хрест выстрогал. У нас больше сил терпеть, атаман. Паны как бешеные. Хлопицкий мужиков в прорубь бросай. Пан Залозинский детей травит собаками. Рыбонский гоняет на панщину в цепях. Настал час судить нам, панов. Ни одного, ни двух. Все панство. Панов кучка. А угнетенных море. Кинь каждый в пана камешек. Маленький камешек. Все панство. Каменной король, придушите! Ждем твоего справедливого суда. Вашего справедливого суда. Разобьемся на три отряда. Я с Степаном засядем за болотом на князя Туманова. Андрей, ты пойдешь на пана Янчевского. Иван, на профессора Нучкина. Ударим все разом. Тимко, созывай людей.
припомни по нам Калиевщину. Может, вы, дед Вас, где-нибудь на селе, в хате переждете нас? Не гони, атаман из табора, не гони. Со Смелянщины пришел сюда умереть честной смертью. Идите с Богом. Атаман, надо сказать ему, в Ольвара князя пригнали много войск. Опять атаман попадет в осаду. Табор, надо бежать. Табор? А где же я был? Там уже никого нет. Никого нет? Нет никого. Много войск. Надо найти атамана. Мошка! Передай атаману, чтобы не возвращался в табор. Слышишь? Солдат поставить по хатам, а господину поручику отвезти комнату во флигере. Прошу простить, но все сбежались ко мне. Во дворце полно гостей. На рассвете мы выступаем в лес. Пустите! Да там зашел. Да мне князя надо видеть. Кандидат Кач. Пускай идет. Чего тебе? Я князь, говори. Да уж такое скажу, что все по мне обрадуются. Про Кармалюка. Ступай за мной. Аляна? Знакомый. Да, встречались. Любовница Кармелюка. Мы с тобой, панич, одного поля ягода. Кармелюка по нам продаем. Где он? Где ж ему быть? В таборе отсиживается. Он будет в наших руках. Клянусь честью. Мои солдаты на утро обложат медвежье логово. На утро. Его предупредят, он опять убежит. Надо сейчас захватить. Ночь лунная. Смотри. Не думаешь ли ты нас одурачить? Но я же сама пришла. В ваших руках теперь. Прогнал он меня. Сердце на него имею. Пойдешь в табор? С тем и пришла. Thank you.
Помни, только вздумаешь голос подать, я всажу тебе пулю в голову. Слышишь? Слышу. Идемте. Где горит? Кармалюк зовет. Готовили комнаты в мезонине. Помещик Апанасенко просит у вашей светлости приюта. Кто? Апанасенко? Проводи его куда-нибудь на заднюю половину. Господа, хоть я и не имею чести принадлежать к польскому дворянству, но всегда готов к услугам. Хорошо, хорошо. Мы знаем, что господин Апанасенко благонадежный и верный человек. Проводи. Тогда, если нет войска, будем ждать. Хорошо, я буду играть на скрипке. Прислушивайтесь. Ладно, иди. Могу вас успокоить. Войска окружили лес. Утром Кармалюк в цепях предстанет перед паном. Слово чести. Мы с ним расправимся. Теперь он у меня не убежит. Наконец-то развеется этот кошмар. Я больше не в силах. Молитесь вслух, чтоб Господь помог поймать разбойника. Что такое? Ты как сюда попал? Болтался на дворе, ваша светлость. Его пустили сюда. Скормить его. Он, наверное, сумасшедший. На псарню! Он! Ишь, сколько вас собрало здесь! Все вельможное панство! Ну что ж, облегчили мне работу. А, знаменитый Заремба хорошо выдрессировал своих борзых на наших людях. Пан Залозинский, сколько девчат обесчестил, а?
там вельможный пан Терещенко. Сотни людей замучил, крови их напился. А ты не прячься, Апанасенко. По своим поступкам ты равный среди панов. Рекрутчину за то, что торговал людьми, за голод, за насилие, за взятки, за то, что пан. Слышите, ясновельможные кровопийцы и панские прислужники, не жить вам на нашей земле! Стража, к оружию! Не утруждай! И смей хам! Да князь! О, ну что? А ну, тащи князя! Виняй, ваше величество. Виняй, все панское отродье, на псарню! Никого нет? Кто обманул у нас? Дёрни! А я знаю. Подождите, придут. А ты, ваше благородие! Дед! Ты привела, паскуда! Где Кармалюк? Скрывать понечь. Скрозь, где людские слезы льются. Молчи, старый колдун. Я молчал долго. Самой колеивщины молчал. А теперь скажу. Упадет на вас гнев великий, как кара с неба. Пришел ваш час. Я правил. Я Кармалюк. Там ты, собачья кровь, а я человек. Я давно подозревал, что она хочет спасти разбойника. А ты думал, Иуда, что я продам атаман? Повесить ее! Вешайте! Чего тебя на корте берет, заплеванный панич? Подождите! Я предлагаю использовать как приманку. Отпустите ее. Thank you.
Увезите в Гетмановский лес. Там похороним. Старый табор не возвращаться. Панское гнездо спалить! Атаман! Из далеких сел поднялись люди. Ждут твоего приказа. Карпов и Редов, что хочет встретиться с тобой у Оляны. Ладно. Пускай приходит. Я скоро там буду. Атаман, и я с тобой. Не тревожься, Родион. Я сам. Сторожите ее в хате, а я останусь во дворе. Разъедеть, по ветру пустить. Хорошо, хлопцы, хорошо горит.